рад вас видеть в этом зале. Итак, для чего же мы здесь собрались, собственно? Если кто-то не помнит, я напомню. Мы пришли на визитку Комсотряда 23-го года! Пошел, давай, давай, давай! Так, замечательно, замечательно. Ну, вам такой небольшой спойлер. Хлопать придется много. И хлопать придется громко. Поэтому... И поэтому нам придется немного размяться. Я буду говорить буквы и слова КОМСА, ну, типа КОМСА, да? И вы после каждой буквы должны, ну, хлопать мне. Ну, именно мне. Ну, и что, ребята, вон там, примерки. Поэтому давайте потренируемся. К. Не так. Один хлопок. Да. Давайте. К. О. М. С. Дорогой дневник, уже завтра настанет день Х. День, который я так долго ждала. Да-да, прямо с тех пор, как я поступила в физмат-школу. Завтра у меня будет шанс попасть в комсотряд. Надеюсь, у меня все получится.
зачем? Какие 5 минуточек? У тебя сейчас смена. Какая смена? Да, видимо, кто-то словил солнечный удар, пока вчера Элшат на стадионе по станциям гонял. Стоп, Элшат? В смысле, летка уже началась? А, дай посмотрю. Да, уже 5 дней как идет. Может, ты еще и про визитку не помнишь? Конечно, помню. Как я могла забыть про визитку? А ты помнишь? Понятно. Совсем крыша едет. Я сейчас Юшу позову, быстро все вспомню. Не надо, Юшу, не надо. Ладно, не буду. Сейчас мы настроимся, сами все сыграем. Что-нибудь прикольное. О, да. Я не помню имена, лица, номера. Не такое. Инстасамка уже давно не в моде. Все, однако, нужно быть крутым, быть крутым.
очень важное объявление. У меня есть идея. Уже бегу, уже бегу. Так, стоп. А где все-то? Ну, Соня еще, видимо, не отошла от шока. Правда, на самом деле, мне не очень понятно, какого, ну... Из-за песни, по-любому из-за песни. И ничего, я не в шоке. Ну, разве что, может быть, совсем немножко. Так что у тебя там за идея была? Ну, короче, вот слушайте. Давайте устроим стендап. Какой стендап? Ты как раз там занималась? Ну нет, ну и что? Это ж не сложно по-любому. Вот Павел Владимирович Лобанов точно, ну, не всю жизнь этому посвятил. Так, это что? Давай будем честны. Ты не он. Это во-первых. Во-вторых, ну мы не умеем писать шутки. Ну давайте попробуем. У меня даже есть идея для миниатюры. Вот, послушайте. Представьте, случай в Академгородке. Представьте, мы не умеем писать шутки и не шарим за юмор. Дай, пошли. Марсель Владленович, 9-2. Да? Я здесь. А ты что, меня не заметил? Погоди. Я что, не там пустое место? Погоди. Я что, олимпиаду в физкультуре? Так, давай не будем ссориться. Ты просто берешь свои вещи, и мы идем в твой блок в общежитие. Мой блок в общежитии? Это типа мой номер в отеле, да? Ну, есть нюанс, но... Я твой воспитатель. Погоди, воспитатель? Ты какая-то допотопная, чел. Ты уже не чел, ты австралопичел. Так, во-первых, какой я тебе чел? Я старше тебя в 2 раза. Воу. Ты реально плохо выглядишь для 15 лет. Окей, ладно. Что ты хочешь, чтобы ты пошел со мной? Я хочу Кока-Колу. А нужны мне твои извинения? Так просто? Окей, добро будет тебе кола. Нет, погоди, чел, ты не поняла. Мне нужна не добро-кола. Мне нужна Кока-Кола. Из Саратова. Из Саратова сбежал только Витя. Тогда обойдешься. Нет, так не пойдет. Давай-ка извинения. Дети, цветы жизни. Это просто юношеский максимализм. А воспитатель должен быть спокойным. Ну все, давай-ка извини на камеру, чел. Эй! Чел, началось-то? Чел, это уже совершенно другой разговор. Я звоню братку. Я не чел, это ты чел, ты не чел, я не чел. Йоу, Марсель, ты позвонил мне на Вайбер, у тебя проблемы. Серьезно, Вайбер? Да, чел, это полный кринж. Этот чел не заметил меня. Он хочет извиняться. Чел! Да че такого, что я его не заметила? Слушай, чел, у меня ремень. Понял. Слушай, чел, вот ты большая, симпатичная студентка. Поступила на факультет своей мечты, а он еще маленький школьник и даже не знает, физматум или химбио. Вот-вот, ты вообще можно все испортить, чел! Так, гормональная вечеринка. Даю каждому по 100 рублей. Ты идешь со мной в общежитие, а ты домой.
Погоди, по 100 рублей каждый? Откуда у тебя 88 тысяч рублей? Вас вообще чему учат? Ладно, простой вопрос. Кто ректор МГУ? Хороший вопрос. Да? Вопрос задал. Ректор МГУ Михаил Петрович Федорук. Окей, пока движемся в правильном направлении. Кто... Сын. Михаил Петрович, дорог. Ты тупой? Нет, у меня просто одна шпаргалка. Вы даже таких важных личностей ФМШ не знаете. Погоди, чел. Ты ведь меня не понимаешь. Мы знаем Комсу. Курс? Комса знает дирекцию. А дирекция знает всех. Это теория трех рук обожать, чел, а? Мне 20 лет. 20. И вместо того, чтобы получить образование, путешествовать, саморазвиваться, я работаю в летней школе. И мне нужно воспитать 30 лунтиков. Куда хуже? Я на тебя здесь написал. Только не суди. Это темка со мной. Братья из летки, а ты вообще глупый болван. А я самый крутой на районе пацан. Мне Эмма, но у нас тоже из челки. Хожу в модной футболке с челкой. Даже у Кена из Барби из челка. У тебя нет челки, ха! Ты уже надоелся со своей челкой. Да тут с летнешкольниками какие-то недопонимания. Сейчас порешаем. Чел. Без Варика придется извиняться. Да что теперь с этим делать? Ну, ты не волнуйся, я сейчас со всем разберусь. Мальчики, вам не стыдно устраивать этот цирк? Ну зачем скамить этого мамонта? Это же полный кринж. Я вот это сказала трэш. Мне вот этот абьюз и газлайтинг в сторону моего сына и не нужен. Сходили бы за шавой, зачилились, отдохнули в ТЦ. Вот, ну зачем оно вам? Все. Пока-пока, ГГВП, я пошла флексить. Воспетка, береги. Берегите своих Ну, запрещенного не называл.
Не знаю, танец бы лучше какой поставили. Ладно, ладно, ладно. Все, придумал. Ставим мужское дефиле. Нет. Thank you.
Таня, ты никогда не угадаешь, что я для тебя приготовила. Ну и что же? А я тебе не расскажу. Угадывай. Ну как? А может, ну, подсказки хоть какие-нибудь будут? Ну, ты точно этого хотел? Ага. Баллончики с краской! Нет, зачем тебе баллончики с краской? Ну как зачем они мне? Я же, ну, художник. Конечно, они мне нужны. Нет, Дань, ты ничего не понимаешь. Тебе не нужны эти баллончики с краской. Давай, две попытки, чтобы угадать, что я приготовила. Сейчас, подожди, подожди. Подумаю. Это бесконечный запас пропусков. А то они у меня постоянно теряются. Уже на уровне глаз даже держать нечего. Идея, конечно, хорошая, но ты снова не угадал. Давай дальше. Да, как же? Сейчас. Я понял. Это двое Эльшад на сцене. Зачем? Ну я бы с ними жестко брови сбрил. Ты что, дурак, ну сразу? Стой, подожди. Мне кажется, я вижу двух подходящих кандидатов. Подошел бы кто за ними сейчас. Они сами к нам бегут. А что у них с бровями? Ну я просто заряженная, понимаете? И он тоже. Thank you.
последнее лето после школы будет проходить именно так, да я бы никому не поверила. Ведь я провожу свой последний месяц в компании таких клевых людей, делаю такие вещи, и все было бы зашибись, если бы, ну вот, не бывало вот таких вот ситуаций, знаете. Например, сидим, мы разговариваем, и тут заявляется... Даня. Так, слушайте. Я вам сейчас докажу, что кей-поп — это не просто семь парней из пяти. Есть буква П. Где еще есть буква П? Правильно, в слове Пасха. Пасха, что такое? Пасха — это праздник. Какие еще вы знаете праздники? Правильно, очевидно, третий спас. 3 + 7 — 10. Вы еще где-нибудь встречали число 10? Правильно, это число девочек в комсотряде, которые сейчас покажут невероятный, зажигательный номер! Еще просила угадать. Помню. А что там было-то вообще? А все тебе расскажи. Ты не угадал. Ну, я же пытался. Ну, можно же за попытку и сказать. Не, я решила, что я не буду тебе это рассказывать. Я хочу, чтобы это увидели сразу все. А-а-а! Так это не только мне предназначается, да? А ты думал, это только тебе? Как-то даже... обидно стало. Что там может быть такого, что должны увидеть все? И при этом я тоже этого очень ждал. Даня, скорее, пожалуйста, беги в консьержку. У нас тут проблема. Кажется, мы потеряли флешку со всеми нашими фотками и видео. Уже бегу. Даня, что случилось? Кажется, у нас проблема. Соня сказала, что потерялась флешка, на которой все наши фото и видео. Ну ты понимаешь, ну Соня там такое видео сделала, ну оно такое, ну хорошее. Блин. Короче, я сейчас звоню и говорю, что флешка нашлась. А ты, ну не знаю, настрой видео пока.
командира Рача. Подойдите, пожалуйста, в воспитательскую. Всем аспектам. Я увидел командира. Это действительно Рача Юс. Он завернул направо и... Черт, мы его потеряли. Похоже, он снова нас переиграл. Этот парень слишком крут для нас. С педотрядом мы играем в прятки. Ну привет, ребенок. Это мы комсята. Я как воспитатель. Не, ну это вряд ли. Да, я будто мани. Меня любят ушата. Ну почему ты еще не фанат? Неужели не видишь таланта? Перед тобой командир Рокча. Я же знаю, что тебе приятно. Мы пропустили сегодня обед. Мышонком они все смеялись. А теперь остатки зорким, и они стесняются. Я пробежал ту 100-метровку за секунд 12. И я пожал ту штангу раз так 220. Я не начну игру с тобой, нам ни о чем. Это твоя воспитанка? А взгляд чувствует наш вайб и начинает мяч играть. Молодой Владос, он должен все мячи собрать. Бегу 100-метровкой, чтоб работать и не спать. Тебе меня не обогнать, и я не буду врать. Он жадно чувствует наш вайп и понимает, кто здесь рулит. Видишь мое имя в бейджи, бро, ты хочешь подпись. Мяч тебе дадим, если ты хорошо попросишь. И к чему все разговоры, что... Не, он физиком не станет. Как видишь, я стал. Подо мной спортивный коврик, и мои лицухи мощные. Я съел сегодня кашей, мы пошли в качалку с Машей, и мы будем самые мощные. Качаюсь, я обожаю спать. Если возьму за брусья, то я сломаю их в раз. Хочешь, чтоб я пожал сотку? Ты допустил ошибку, ведь там не хватает нолика. Со мной Виктор Марков. У него футбольный мячик, он чеканит только так. Любимая зарядка, и это наша летка. Руслан Терцев реальный гач, и у него есть этот патч. Мы играем в баскет, как будто в НБА. И если с нами шутишь, то... А, ладно. Мы кидаем метко, так много голов в катке. Мы физорги, скажите, в чем сила, детки? Это культурный, это культурный. Let's go. Это кринж-хит, плачет скриптонит. У культуров новый хит. Почему замолчит? Это новый хит. Мы в ковзе, и это клёво. Где-то там он плачет повар, что у них не так кринжово. Рэп на сцене, это клёво. Только дайте вы нам повод. Нам не нужен будет довод, чтобы делать рэпы снова. Залетит же стопудово. Добавку, подливку наливаю. Это ты мне, о,
прошу друзей, но за пропуск, да. Я не наливаю чай, даже за пропуск, да. Я подумаю потом и скажу сразу, да. За пропуск, да, за пропуск, да. За пропуск, да. Еще как будто вчера поступали в СУНС, смотрели на визитку комсотряда, переживали из-за экзаменов. Да, а в этом году мы уже по другую сторону летки. Да, помню тот день, когда нас повели к Павлу Владимировичу Лобанову, а он оказался не таким грозным, как все о нем рассказывали. Да, а я помню, как постоянно путалась в коридорах МГУ, пока пыталась найти аудиторию. А еще помню, как меня в первый раз полил ночной и заставил писать объяс. А я написал, что был занят изучением метастабильного вакуума и космологии. Ну, в общем, да, время быстро летит. Эх, вот бы снова ощутить на себе вот это вот лето детства, когда ты можешь всю ночь гулять с друзьями. Хватит ворон считать, побежали! Я не ворон считаю, я, видимо, забыла часы перевести.
привезти. Давай быстрее. И верно, через 15 минут побежали! Важное объявление. Сегодня у одного из моих товарищей, моего друга, одного из комсят, день рождения! Саня Покулевский! Вперед, иди сюда! Этот говорен, вы наверняка его видели в столовой. Он вам с радостью разливал чаи, выдавал еду. Поэтому, Дань, мы желаем тебе здоровья, счастья, и чтобы твоя жизнь...